а остальные пропели два раза. Вот тут именно вот эти три первые строчки, они у вас очень замечательные. Вы когда споете, я потом вас спрошу про эти строки. Снова что ли? Да, вы нарадовались. Ну так будет сейчас более слаженно. Пойдем домой. Первые пятухи запели, сижу, так и сижу. Вторые пятухи пропели, не думала идти. Третьи пятухи пропели, заря взошла. Вот заря взошла, я домой пошла. Свекрова носит коробью. Уж ты, батюшка, свекор, запусти меня домой. Уж ты, бой, подни, молодушка, не бойся никого. Ты не бойся никого, не опасайся ничего. Не опасайся ничего, кроме мужа своего. По новым сеням шла, сени проступились. Новую горенку зашла, тетка просвистнула. Под кровать, я башмачки под кровать, сама скок на кровать, сама скок на кровать, то старому мужу спать. Еще старой муж проживается, как всегда борода пошевеливается. Давно выспалася, уж я лажу вставать, лажу огонь заставать, лажу печку топить, лажу щи кашу варить, лажу щи кашу варить, тебя старого кормить. Тебе спасибо, ли жена не забыла старика, еще как тебя забудешь, тебя черт надавал, тебя черт надавал, водяной накачал. Сейчас уже еще получше.